Расул Мирзаев получил травму. Его бой 5 мая на турнире ACB-86 против Абдулрахмана Тимирова отменен. Тимирову ищут нового оппонента. Стали известны сроки отстранения бойцов после турнира UFC Fight Night 128. Кевин Ли отстранен на 30 дней, включая 14 дней без спаррингов. Эдсон Барбоза отстранен на неопределенный срок до обследования головы и лицевых костей, но минимальное отстранение составит 60 дней, 30 дней из которых должны пройти без спаррингов. Список остальных отстраненных бойцов и сроки их отстранения сейчас на ваших экранах. Также стали известны гонорары бойцов по итогам турнира в Atlantic City. Так, включая бонусы и спонсорские выплаты, Фрэнки Эдгар заработал 420 тысяч долларов, Дэвид Бранч – 165 тысяч, Кевин Ли – 145, а Эдсон Барбоза – 105. Все гонорары бойцов сейчас на ваших экранах. Бой Иллира Латифи и Гловера Тейшеры находится в стадии разработки на один из летних турниров UFC. 24 мая на турнире M1 Challenge 92 состоится поединок между двумя крупными дядьками. Двухметровый чемпион мира по пауэрлифтингу кубинец Фредди Эль Гиганте Гонзалес встретится против самого сильного человека Санкт-Петербурга Максима Баруздина. Фрэнк Мир рассказал о предстоящем поединке с Федором Емельяненко. Челюсть Федора уже не та, что прежде. Он уже не хочет заигрываться в разменах, как раньше. Он понимает, что нужно донести удар раньше, чем пропустит чужой. Взрывные качества и инстинкт убийцы у него все еще на высоте. Мы оба слишком опасны, чтобы допускать вольности в бою. Вероятно, пару секунд мы будем друг друга оценивать. Но как только один из нас увидит возможность, то сразу за нее ухватится. Я не ожидаю, что поединок будет длиться все 15 минут. Оба способны победить досрочно. В свою очередь, Федор Емельяненко рассказал, что при подготовке к поединку против Фрэнка Мира использовал только клетку и не проводил тренировок в ринге. Напомним, поединок Федора и Фрэнка Мира возглавит турнир Bellator 198, который состоится утром 29 апреля в Иллинойсе, США. Также Федор рассказал о своих впечатлениях от завоевания Хабибом Нурмагомедовым пояса чемпиона UFC. «Я очень рад, что Хабиб стал чемпионом UFC. Наконец-то ему дали чемпионский бой. Соперникам там намудрили, но Хабиб уже давно заслужил поединок за пояс». Эдди Альварес считает, что обстоятельства снизили ценность пояса чемпиона UFC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов. Хабиб называет всех поддельными чемпионами, бумажными чемпионами, подделками и тому подобное. Но никто не говорит о том, что UFC просто умоляет его забрать пояс чемпиона, потому что за ним стоит вся Россия. Скоро рынок России откроется для UFC, а Хабиб с чемпионским статусом удобен в данной ситуации. Волкан Аздемир и Шогун Руо должны были встретиться на турнире UFC в Чили 20 мая. Однако из-за проблемы Аздемира с законом он пока не может покидать Европу. В результате этот бой был перенесен в Гамбург и станет главным событием турнира UFC Fight Night 134, который состоится 22 июля. 8 июня в Нью-Йорке в Madison Square Garden состоится первый турнир PFL, который станет первым отборочным этапом для попадания в Гран-при, где главным призом станет 1 миллион долларов США. Бекбулат Магомедов проведет поединок против Лэнса Палмера. Тимур Валиев сразится с Максом Когой. Денис Гольцов посоревнуется с Ником Росборо, чей чудо-рекорд состоит из 26 побед и 20 поражений при одной ничьей. А Магомед Идрисов встретится со Стивеном Силлером. Полный состав участников турнира на данный момент вы видите на своих экранах. Джуниор Дос Сантос, Рожерио Нагейра, Маркос Рожерио де Лима смогли доказать USADA, что запрещенные вещества, обнаруженные в их допинг-тестах, попали в их организм через загрязненные спортивные добавки, приобретенные в Бразилии. Все трое получили минимальное отстранение в виде 6 месяцев и ввиду истечения срока давности могут уже вернуться в клетку. 5 мая в Екатеринбурге Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира RCC2, в главном поединке которого состоится бой Александра Емельяненко с Габриэлем Гонзагой. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Всем пока!